Добрый день. Можно, пожалуйста, один вопрос? Он будет очень короткий. Давай. Очень короткий вопрос, но такой философский давай, немного. Мы уже идем, давай. Блин, не такой быстрый. Зачем мужчинам соски, как вы думаете? Просто есть в природе. То есть вы вообще не задумывались никогда на этот счет? Нет. О женских задумывались, по большей части. Да? Так же, как и ты. Зачем мужчинам соски, как вы думаете? Вот тебе конкретно зачем? Как ты их используешь? Вообще никак не использую. Я бывает, знаете, так сижу, короче, вечером, так типа дергаю, подергаю маца их. Ну, типа, когда делать ничего. Ну просто для собственного удовольствия. Да, типа. На учебе только вот на физре, если бежишь, у тебя футболка соски натирает, потом ходишь, дискомфорт получаешь. Один, наверное, сосок оставил бы, мало ли пригодится, но второй брал. По центру можно, да. По центру, да. Зачем нам, мужикам, соски? Как вы думаете? Может быть, типа, равноправие, типа, и женщинам, и мужчинам. Зачем мужчинам соски, как вы думаете? Я откуда знаю, они мне не нужны. Ты, короче, то есть ты можешь их отдать, короче, тебе скажут, типа... Просто сфоткаемся. Друг с другом, типа? Нет, с тобой. А если бы, допустим, у мужчин вообще не было бы сосков, это было бы странно? Некрасиво. А если будет больше сосков, это будет более красивый человек? Нет. Как свинья из... Ну, погоди, помните? Зачем мужикам соски? Чтобы работали мозги. Может, они там щупают себя, и мозги работают. У тебя есть молодой человек? Да. Он трогает соски свои? Не знаю. Но он умный? Нет. Блин, не трогает, значит. Зачем мужчинам соски, как вы думаете? О, бог мой. Ну, это рудимент, поэтому никуда не деться. А зачем нам копчик? Не знаю, ну... Ну, мы привыкли, что это эстетично, что это красиво. Мужское тело красивое. Вот и как-то без сосков, не знаю. Да. Не задумывались по этому. Не мое да. Немножко тело. Зачем мужчинам соски? Когда зарождается эмбрион в животе, там сначала нет определения, какого он пола. Как их можно использовать? Поставить дома двоих парней, как шкаф использовать, вешать куртки там, не знаю, что-то такое. Но никак не видели ни одного мужчину, который как-то использовал соски. Не встречался там такой парень. Что делал? Расскажи, что он делал? Мне нужно об этом говорить. Зачем мужчинам соски, как ты думаешь? Чтобы прятать. Чтобы их прятать? Вот такая очень странная миссия. Ну ты как-то их используешь, соски, в своей жизни? По соскам не задумывался, короче. Может, еще что-нибудь. Может быть, по другим вопросам. Ну, президента спросите. Про президента? Представляешь Путина без сосков? Я думаю, если вы другого спросите, он вас не поймет. Да? Ну, полицейского. А у них нет, потому что? У них нет? Чувство юмора. Чувство юмора. И сосков. Давай я раз уже всех уже спрашиваю, тебя спрашиваю. Как думаешь, зачем мужчинам соски? Ну, потому что они раньше были все обезьянами, и вот от этого. Зачем мужчинам соски, как вы думаете? Ну, просто ваше предположение. Женщинам, понятно, чтобы кормить будущее потомство. А вот мужчинам зачем они? На подмене быть для женщины, если что. Ну, если у него вдруг, да, получится забеременеть. Мало ли, всякое бывает. Вы верите, что такое может произойти? Да. У вас есть мужчина? Есть. У него еще не было таких случаев? Нет, пока что не было. Пока вы берете на себя эту функцию? Нет, я пока еще тоже не взяла. Я иду на репетицию, я никогда не задумывалась о том, что, ну, вообще, зачем вам? Мне кажется, что есть другие части тела, которые тоже у мужчин не используются в некоторых моментах, поэтому... Это тоже был камень в огород мужчины вашего? Нет. Все, а на репетицию идете там не по соскам? Нет, там барабаны, ударные установки. Все, понял. Спасибо.